воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущего гроби живого, Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущего гроби живого, Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущего гроби живого. Благодарю милостью, Господи, благослови наши занятия по слову Твоему Святому. Наполни, Господи, наши сердца словесами Твоими, благодати Твоей. Помоги, благодарю милостью, Господи, чтобы все имели веру твердую и несокрушимую, чтобы дух был бодр для встречи с Тобой, Господом и Творцом нашим, во второе Твое пришествие с ангелами и небесными силами Твоими. Помоги, благодарю милостью, Господи, слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ты высокая, просто пройди, шторки опусти зеленые везде. Похожи ли библейские персонажи на нас с вами? Почему люди не любят читать Слово Божие? Как нам доказать, что Слово Божие это нужная для изучения книга? Почему изучают всякие истории и так далее, и нету изучения божественных слов? Почему так люди придумали? Ну, во-первых, это из-за неверия. Вот мы сейчас проходим книгу Судей. Чему нас может научить светская наука, которую вы сейчас проходите все, усиленно причем? Потому что если вы не будете учиться светской науке, то вы не будете потом высокооплачиваемыми работниками. Но ясно, что никто из вас не хочет идти там организаторами и водовозами, революцией мобилизованными, призванными. Никто не хочет быть дворниками. Понятно, что все родители хотят, чтобы их дети были самыми умными, самыми талантливыми и так далее. Также говорят всегда, учись, а то дворником будешь. Поэтому, да, и вы учитесь, правильно. Ливия, она уже вообще на пути к тому, что это ее профессия. И Нафа то же самое уже на пути. И никто пока из них дворниками не собирается быть. Ясно, что учиться надо, но это светская наука. А потом наступает некоторое время, и вы начинаете заботиться о пенсии уже, крутитесь, как белки в колесе, как вот я, к примеру. Вот был суд у меня, чуть не отняли все мои кровно наработанные 3 пиджака. Ну вот, благодаря брату нашему, брату Севастьяну, адвокату. Он впервые ведет такое дело. Ну вот, насобирал он. Вот они же не смогли пенсионный фонд собрать, а он собрал. Почему? Учился. Но не без помощи Божией. Потому что просили везде молиться. Всех просили молиться. Да. И вот по молитвам Господь услышал. И я ему говорю, брат Севастьян, ну вот сейчас вот пенсию мне не дадут и все. Как ты думаешь, вот сколько у нас процентов, что судья согласится, что все-таки я работал по трудовой книжке? Все по трудовой книжке, просто судья подтвердил и сказал, да, по трудовой книжке все у тебя правильно тут. А то же посчитали так, что половину трудовой книжки зарезали просто и все. Так что вот придет такое время у вас, будете уже думать о пенсии. А вам аж до 60 лет надо будет работать. Но пока не дорастут, до 80 поднимут. И что дальше? А дальше старость придет. И вот в старости вы вообще никому не нужны. Вообще никому. Даже детям своим не будете нужны. Не приведи Господи, если вы так будете относиться к своим родителям. Родителей почитать нужно. Знаете же, что это пятая заповедь. Первая заповедь человеческая, данная Богом. Поэтому почитайте родителей, пока они живы до конца. Почитать. Потом объясним, что это такое. Если не понимаете, надо хотя бы позвонить и сказать, или подойти и сказать, мамочка, отец, я вас очень люблю, я вам благодарен, что вы заботитесь обо мне. Хотя бы так. Обязательно, хотя бы каждую неделю раз, если уж чаще не можешь, язык не ворочится там.
Вот это все мы встречаем в книге Библии. Как нужно себя вести правильно. И кто тебя ждет в конце пути? Кто? Кто будет тебя ждать? Вот отец мой говорит, земля ждать будет нас, червяками. Все, больше никого. Вот самое грустное и самое печальное, что только можно услышать. Книга Библия нас учит, что нас всегда ждет только один. И даже, говорит, барс может потерять свои пятна? Нет. Эфиоп может стать белым? Не может. И мать не оторвет ребенка от груди своей? Или может? Может. А вот Бог никогда тебя не оставит. Бог никогда тебя не оставит. И это мы встречаем в книге Судей, в главе 12, в 13 главе о рождении Маноем пророка Самсона. Итак, восстановились мы на этом Самсоне. Ангел пришел навстречу ему. И он спросил у ангела, ангел ответил, он начал его там немножко как бы допрашивать Маной, а так ли это? Ну и Маной. И тогда Маной узнал, что это ангел Господень, и сказал Маной жене своей: верно, мы умрем, ибо видели мы Бога. Жена его сказала ему: если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам всего. Вот, говорят, женщина там, это там человек она или не человек, там рассуждают. Даже святые мужи рассуждали так. А вот смотрим, жена Маноя успокаивает Маноя: муж, ты не переживай, да это явно, что ангел. Что нас будет Господь умерщвлять? Почему? У кого какая вера? Кто как смотрит на этот стакан? Наполовину пуст или наполовину полон? Кто оптимист, кто пессимист? Говорят, что женщины терпеливее. Они не только терпеливее. Мы сейчас видим по нашей стране, что после таких лет гонения, кто заполняет церкви? Женщины заполняют. Почему? Златоуст говорит, потому что она удобно поспешно на слезы, на раскаяние какое-то. Женщина поспешна. Это правда. Это видно невооруженным глазом. И правда, бабушки стоят, плачут. Поговоришь с ними, они правда каются. Не всегда знают во всем, что надо, в чем каяться. Ну, в принципе, да. Особенно вот аборты там, это все понимают. Ой-ой-ой, они прям так печалуются на это, что они там сделали когда-то аборты. Детям не дали родиться. Как-то же Господь показал это им, что надо каяться так, с такой скорбью. Мужчины не так удобно. И мы по Маною и по жене ему смотрим. Да, действительно. Но женщина узлый сосуд. Почему? Потому что женщина побежала к мужу своему. Она знает, кто согрешил. Жена Маной знает, кто согрешил. И поэтому она себя считает недостойна. Почему ангел к ней-то явился? Я же женщина. И она бежит к мужу. И этим проверка идет от Господа. Господь проверяет. Нас постоянно Господь нас проверяет. Он смотрит на вас, и у вас какие-то непонятные истории, какие-то печали, там кручины какие-то. От чего? Господь проверяет вас. Он ждет, правильно вы поступите в этот раз или нет. И опять будет вас направлять, и опять. Господь, написано, сокрушает зубы нечестивых. Он нам показывает, сокрушая нас, наши силы, достойны мы его или нет. И дальше, как говорится, Бог кого любит, того наказывает, как отец сына своего. Тебя отец наказывает? Нормально так? Ну, ты в почтении к отцу? Благодаришь его так-то про себя? Или таким глухим шепотком чекиста проклинаешь? Нет? А ты палач и деспот. А ты что, как отец-то? В адеквате у тебя? Иногда бывает. Иногда? Неохота, чтобы он наказывал? Иногда бывает. Иногда бывает. Да, вот отцы земные, они иногда бывают. А вот Господь всегда четко наказывает. Он знает, когда. И написано, проклят тот, кто хочет удержать руку Господню, меч Господень от крови. Проклят. А у нас то пацифисты найдутся, то защитники там различные, адвокаты. А сами
по локоть в крови сидят. Господь о таких тоже говорит, что с ними будет. И дальше мы читаем, что же дальше случилось. И начал Дух Господень действовать в Самсоне, в стане данного между Цорою и Естаолом. И даже историю нам говорит Господь. Для чего это говорится? Для чего? Для чего это говорится? Зачем нам история эта? Зачем нам эта география? Ну, говори ты, Господи, о людях хорошо. Нет, обязательно географию туда. Обязательно это море какое-нибудь. И будут, говорит, юноши ваши ходить от севера, от за, востока и до моря. И от севера до юга. И мы сразу начинаем, зачем нам это? Это вот то самое место, где все будет происходить. А где там море, где север, где юг? Где эти красивые юноши и девушки, которые будут искать Слово Божие? Это вы? Мы нашли в свое время, когда были юноши и девушки. Да, мама? Нашли. Теперь вам надо искать, ходить. От какого моря-то? Надо в Америку ехать, там везде море, да? У нас везде море. Бегайте от моря зависти людской. Море, вокруг нас море, вот море разлитое, это все люди. Люди, этот мир, он вас затягивает. Бегите на восток, на востоке. На востоке Господь наш. С востока Господь придет. Встанет Господь со знаменем своим. И раскаются все те, кто гнал его когда-то. И скажет он: Савл, Савл, зачем ты гонишь меня? И некому уже будет сказать: Господи, а когда я тебя гнал? Все. Надо сейчас думать, гонишь ты Христа или не гонишь из сердца своего. И вот смотрим теперь на жизнь Самсона. И пошел Самсон в Фимнаху, но он уже вырос. Все. Знаете, как в фильмах, прошло 20 лет. Так и здесь тоже в Библии. Прошло 20 лет. Все. И увидел в Фимнахе женщину из дочерей филистимских. И она понравилась ему. Ну, как Тимуру понравилась. Он тоже пришел откуда-то. И такой, раз, ух ты, какая дочь. Только наоборот все, он из филистимлян посмотрел, ух ты, еврейская дочь какая хорошая. И он пошел и объявил отцу своему и матери своей, сказал им: я видел в Фимнахе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену. Видите, все, вот Библия, она говорит о наших временах сейчас, ну сами чувствуете, да? Все одно, как ничего не поменялось. Что может поменяться? Может поменяться только вас самих, веруете вы или не веруете Господа. А Библия вам все время помогает. Она вас все время на путь подталкивает. Вот Самсон. Ну пошел куда-то, шариться начал, по дискотекам, как Дина. Помните Дина? Дочь Якова. Ходила где-то, ее там раз изнасиловали. Пошла там посмотреть, как там живут. Доходилась. А что нам Слово Божие говорит? Не ходите по темным улицам города. Не ходите по его пустыне. И всего-навсего-то, и мы должны это послушать. Вот приезжал этот журналист шахматов, и он пишет, это, ну, говорит там своему, это, после того, как приехал, об Игнатии Тихоновиче, говорит, это, говорит, невероятно, он на полном серьезе говорит обо всем, о поясках, о бороде, даже о лопатке, чтобы потом за собой испражнение зарыть. Говорит на полном серьезе. И такие глазенки делает. Ясно, что мужик приехал, журналист, верующий, говорит, никогда не читал Слова Божьего. А как об этом несерьезно говорить? Ну, допустим, не взял ты с собой лопатку. Пошел ты в лес. Второй не взял лопатку. Третий. И потом ты уже в лесу не грибы будешь искать, видеть. А одно, что? То, что не зарыто. Господь сказал, зарывай за собой все это. Сказал Господь, зарывай. Кто в лесу был и зарывал за собой? Никогда? Ты? Молодец. Я хочу сказать, что я постоянно работаю в тайге.
живем мы в шатре и так далее. У нас 20-30 метров специально есть елка. Почему елка? Почему? Чтобы запах вкусный был. Пихта. Обычно пихта, она запах от нее не будет. И под этой пихтой, чтобы никто не наступил даже, вдруг провалится, делается ямка, глубокая ямка делается. Такая узкая, чтобы можно было над ней встать. Ну или присесть. И рядом лопухи, много должно быть лопухов. Понятно для чего? И все время все это прикрыл еще лопухом. А потом, когда уходишь с этого места, закапываешь все это, утрамбовываешь. Ну Господь так сказал, все делать надо. Что тут такого невероятного, непонятного? Это только человек неверующий. Бог, Бог. Господь, Он для нас предусмотрел все, вы понимаете? Вы хотите рая, хотите Царства Небесного? Вот для каждого из вас Господь все предусмотрел, если вы будете идти по Слову Его. Если вы будете постоянно читать Слово Божие. Кто из вас на этой неделе один раз сам открыл Слово Божие? Так, что читал? А что тебе там нужно было? Просто решил почитать? А, то есть как бы ты читаешь. Ну вот. Ну а месяц назад приблизительно кто открыл Библию хоть раз? Не помню. Благодарю вас за вашу честность. Вот. И поэтому у вас будут в женихах филистимляне. Вы к филистимлянкам будете ходить. Потому что не чтите Слово Божие. Вот что было с Самсоном? Давайте дальше посмотрим. Вот куда он пошел к филистимлянке. И что было дальше? Читаем. Все вроде началось хорошо. Отец и мать сказали ему: разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену филистимлянку обрезанную? И сказал Самсон отцу своему: ее возьми мне, потому что она мне понравилась. Ну, чувствуется такой недоросль. Бо-бо-бо-бо-бо-бо. Вот это почтение к родителям. И Библия об этом все нам говорит. А почему? Потому что дальше еще история. Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отмстить филистимлянам. И даже через это Господь может привести многих к вере. Через непонятное для нас. И дальше. Отец, а в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей Фимнафу. И когда подходили к винограднику фимнамских, вот молодой лев рыкая идет навстречу ему. И сошел на него дух Господень, и он растерзал льва, как козленка. А в руке у него ничего не было. Вот это мужик, а. Так, ну вы сильно-то это, сильно как бы, ребята, не печальтесь, что вы не такой силы, потому что я тоже не такой силы. Чтобы какую-то силу иметь, нужно отжиматься от пола сейчас и подтягиваться на турнике. Если на турнике ты сейчас не подтягиваешься 5 или 6 раз, то ты кишкомот называется у нас. Понятно? Почему кишкомот? Сейчас назову. Кишки видели? Ну, барани там или коровы, они такие длинные. И вот, если их на палку так вот бросить на ветку, они такие на ветру болтаются, эти кишки. И называются кишки мотаются, короче, кишкомот. Потому что запрыгнул на турник и мотается как-то кишка. Это плохо. Самсон сразу чувствуется. Не просто так же его Господь сразу силой наделил. Занимался, да, камни таскал или что там, бегал, как Давид. Давид тоже, кстати, льва убивал, только прощай. Так что надо заниматься же, ребята. Мамочки. Ну, надо что-то куда-то отдать его. Дядя Игорь может. И не сказал отцу своему и матери. Пришел и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Это что же, сам просто пришел, увидел и пошел, пускай женой будет. А потом пришел и только поговорил с ней. Вы знаете, что есть пословица хорошая. Человек принимается по... А провожается по... Так ты поговорил бы хотя бы с ней, что за женщина-то? А вдруг не понравилось бы тебе? Видать, родители его уже настаивают. Ну как он? А я откуда знаю? Очень красивая. Ну так подожди, она хозяйка или что там она? Она, может, разговаривать не умеет. Что-то я это недоросль, видать. Пошел опять назад. Ребят, ну сколько можно так ходить? Без Библии никуда не дойти. Вот родители-то верующие наставляли.
И пришел и поговорил. Спустя несколько дней опять пошел, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва. И вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его и в руки свои пошел. И ел дорогою, когда пришел к отцу своему матери, своей дал и ими они ели, но не сказал им, что это из львиного трупа. Я хочу сказать, это не человек просто, а кладезь какой-то. Называется «Родился в рубашке» или «Дерьмо в детстве ел». Вот мне никогда ничего такого не было, ни разу меда не находил я ни в ком. Но, правда, я никого и не убивал. Я всегда, когда в тайгу заходил, всегда в тайгу надо идти, я всегда помолюсь Господу, да воскреснет Бог, прочитаю. И потом, Господи, да огради ты от всяких этих насекомых, от всяких диких животных. И ходил в такую глухомань тайгу, и меня потом спрашивают, а у тебя какая винтовка была или что? Я говорю, у меня ничего не было. Ну, этот, мачете был, чтобы ветки-то рубить, когда идешь, и все. И никто никогда не пристал. Даже клещ, если укусит, прям на мне сдохнет. Смотрю, клещ дохлый, или под мышкой дохлый уже. Как вот так вот? Это Господь делает. То есть без молитвы, ну, никуда нельзя идти. И пришел отец его к женщине и сделал там Самсон семидневный пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были при нем. И сказал им Самсон, загадай загадку. И загадывает им такую загадку. И... Так, запели. Вот на этой загадке мы остановимся. Да, вот книга Библии — это загадка. Загадка, которую нам отгадал Господь. Поэтому без нее, без этой отгадки по книге, никуда нам. Помоги вам всем, Господи. Христос воскресе. Молимся о всех родных, близких, о родителях, Господи, помилуй. О тех, кто неверующих, и о самих себе. Помоги, Господи, нам быть искренне верующими в Тебя и в Слово Твое Святое. Аминь. С Богом. Так жалко, что у нас мало всегда времени, а? До конца бы разговор было бы дойти. Прям не, это у нас никак не просчитано. Но боящийся его.
ищет заповеди Его, творит ее Господь. На небесе уготовал престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангелы Его, сильные крепости, утворяющие Слово Его. Услышите голос словес Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его, благословите Господа все дела Его, на все повесе владычество Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови неси, Господи. Пойте и поднимем Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Богородицу Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Яко Твоя держава и Твое царство, сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Животе моем, пою Богу моему, дань, где же есть. Не надейтесь на князи, на сына человеческие, ниже не спасения. Изыди дух Его и возвратится в землю свою, в тот день погибнут все помышления Его. Боже, Ему же Бог, Агарь, помощник Его, упование Его на Господа Бога своего, сотворившего небо и землю, молися я же в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дарящего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет сердце, Господь возводит несдержанное, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирая вдову примет и путь грешных погубит. О, царица, Господь вовек, Бог твой сегодня в род и род, и ныне присно и во веки веков. Народный Сын и Слове Божие бессмертен Сын, и изволивай спасение нашего ради. Воплотитесь от Святой Богородицы и Преснодевы Марии, непреложного человечивайся, распнися же Христе Божий смертью смерть правы, единцы святые Троицы, прославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас, спаси нас. Пойте и пойте миром Господу помолимся. Господи, помилуй.